Султан Махмуд сильно разгневается, он прекращает уроки Анны. Анна раскаивается и очень расстроена. Она узнает, что комната, в которой она жила, ей больше не принадлежит. Ее переселяют в гарем. Султан Махмуд ее наказал, между ними больше нет ничего общего. Как сможет Анна завоевать прощение Султана Махмуда, еще неизвестно. А план Эсме Султан работает просто идеально. Халед Эфенди поймал Фетаха Агу и привел его во дворец. Тем самым Халед Эфенди вновь вернулся к своим обязанностям во дворце. Посмотреть очередную 7-ю серию турецкого сериала «Султан моего сердца» вы сможете уже после 25 июля. Всем спасибо за внимание. Пока.